Almost there. Also, the red power battery feeds on rage. So everyone chill, okay? But how can I chill when I'm full of Red Lantern rage? That's so idiotic! Всем привет, с вами Дарк, и это пластиковый дебилизм снова и снова удивляет нас своими новыми хреньками, фишечками и всяким патронством. Почему пластиковый дебилизм? Потому что это, сами понимаете. Так. Так. Обитель злости называется. Это локация очень интересная. Видите, сколько конструкций летит. Кровавые реки пластика. Так. Так, блин, 5 человек, ни хрена сколько. Хорошему ломаем, деньги собираем. Так, ладно. Построили какую-то бойгу. Так. Охренеть. Зеленый корабль. Офигеть. И что, поднять паруса, да? Непонятно. Да это просто, чтобы как бы мост. Так, как бы фонарик. Охренеть, из черепа упала какая-то пластмассовая хрень. Офигеть, это шар смерти. Куб смерти. Пипиндос. Тройное комбо. Так, надо сломать всю инфраструктуру. Так, что у нас здесь? Наковальня. Блин. Вот оно чё. Не знаю, зачем 5 человек. По 2, по 3 еще, ладно. Можно играть. А? А? Чего? А? Кретиновый.
Да блин, иди отсюда, чмо. А, вот он, летает же. Блин, кто тут летает? Короче, да. Это загадка, ребят. Чё, долбомолоток? Ну и дебилизм. А вы говорите, что это не дебилизм. Реально дебилизм. Итак. Антрацитус. Охренеть. Вот это чебурген, а? Адская гончая. Чё, как её побеждать-то? Лазер. Или не лазером. Хрен знает чем. Охренеть. Нас просто размазало. Пипец. Теперь пора. Так, еще пора. И что, победа? Охренеть. Ни хрена не победа. Снова. Снова Родео. Пиндос просто. Охренеть, нас валят и валят. Мочат и мочат. Что происходит? Кто-то знает? Я нет. Что происходит? Непонятно вообще. Побеждаем вообще, я не... Ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Похоже, мы побеждаем. Что-то не задается. Наши все чертоги. Их мочит этот долбоклюй. Эпичная такая вообще.
что, выиграли, нет? Пипец, ничего не понял. Ну ладно. You can call me Joker. And I'm Lex Luthor, the greatest criminal mind of our time. I'm a hero in disguise, right? And I'm Cheetah. What do you want? Oh, it's not what we want, it's what you want. Your enemy, Green Lantern. Зеленого фонаря принесли. That was me. Pulled muscle when I threw him down. What do you want in return? We want your help conquering Earth. You think I'd waste my time with a stupid planet like Earth? We don't want to waste your time. Just put us in charge. Фонарь в это время делает черные свои зеленые дела. Something more than just Green Lantern. We should go out to dinner. I'd rather starve. You're my kind of woman. Come on, you stupid. Strange. Пёр чё-то, а? Are you even listening to me? You know, on second thought, we don't need your help. What? It was a joke. So you were just wasting. Своровали, значит. That's funny to you? Скоты. Yes. You guys really angered me more than normal. Охренеть, эпизод пройден. Непонятно как, но мы его прошли. Продолжаем наш сюжет. Замечательный мультик сейчас будет. Космический мусор пролетает. Зал управления дебилизмом. Ура! Мы снова тут. Или здесь. Короче, непонятно. Ладно, заводи шарманку. Космос. Блин. Один новый. Ноктюрн. Голубая звезда. А, тут уже дальше. Вот оно чё. Жадность города берет. Ну давайте про жадность поиграем. Да. Should be housed in the temple over there. Батарея в этом храме. Так, и опять у нас та же самая команда дебилов. Stupid planet. Stupid planet, говоришь, не? Фонаря вообще не втыкаю. С какой-то зеленой херью. Что делает, блин? Чего делает? Зачем? Ого. Так, это хорошая штука была. Так, это лучше Соломона. Блин. А, пока 5 дебилов, это вообще морой, а? Все понятно, что-то пошло не так. Че фонарь ты?
твою мать, это же штучка. Торчит какая-то залупочка, и не взять ее никак. Это кто? Лофолис, блин. Жополис. А мы его открыли с другой стороны. Ага. Так, ну в общем. Так, там чё? Так, там нужна лазерная байдула. Охренеть. Охренеть. Короче, все. Супер. Супер Мумон. Все сделает за нас. Так, прыгающая хрень. Ага, прыгающая хрень. Так, это костюм пылесос, наверное. Нет? Силовое поле. А как его убивать? Теперь. Как снять силовое поле? Так. Так бы и сразу, блин. Так, где Самуэль, блин? Самуэль Иванович Гранди. Покопаемся в грязи. Гранди просто в детстве много пыхал, поэтому он такой стал заторможенный и глупый. Однако делает нужные вещи. Да блин, где дебил Гранди?
Вот так вот пробивают силовые поля. Кулашки, блин. Так. Тик-тик-тик. Разошелся, дебил, а? Ты что-то все прыгает, а? Так, а там что? Офигеть. Как все круто. Как все круто устроено, ребят. Так, Самуэль. Снова в какашке. Кто, если не ты? Значит, он дебил, да? Как из говна конфеты доставать, так все с Самуэль делай, понимаешь? И че? Отлично. Отлично. Так. И чё? А чешуеть, можно сказать так. Так, что-то интересное сейчас будет. Да, блин. Зеленофонарная херня. Не, ну вообще система, да? Согласитесь? Я сам в восторге, такие вообще замуты, что такие секреточки. Так, а тут только Бэтмен, да? То есть Василий Иванович Ватман. Всем надоело, да? Темпл. И вот мы... И чё вот мы? И вот мы убиваем камыши. Так. Выбираем какую-то хрень. Без нее не обойтись было.
Окей. Охренеть, вот это да. I don't see larvae. All the same, I bet that statue is our way into the orange power battery chamber. We'll need to bribe the statue with something. Bribe the statue? Купить статую. Неужели нашими любимыми монетками? Так. Что-то байдуловое. Фонарная херь опять будет сейчас. Фонарь делает галлюциногенные вещи. Так, Самуэль где? Самуэль Иванович Гранди. Вот так вот. Дебил не умеет делать такие штуки, я понял. Так, это кодовый замок, что ли? Вот это кот. Женщина вообще что-то как-то у нее, видимо, эти определенные период сейчас дней, потому что она какая-то дебильная. Ну да ладно. Так, а тут что у нас? Секретка какая-то. Офигеть. Офигеть. Блин, кто расплавит эту херню? Ты? Нет. Ты? Может, фонарная хрень? Блин, да фонарный лазер не плавит эту хрень. Дебилизм, дебилизм. Короче, секретка, это второй раз надо проходить. Другими персонажами что-то как-то. Все понятно. Короче, костюмов нужных нет. Чё делать?
Ну вообще просто пипец. А? А? Help. Так, что-то проясняется. Галлюциногенный чувак все делает за нас. Наконец-то. Вот это номер. Охренеть. Так, а ты что, не уехал? Дебил, кусок. И все. И все. Адам Уэст, говоришь? Ну давай, Соломон, мочи эту хрень. Так. Синий, оранжевый, фиолетовый, красный. Синеразовый, фиолетовый, красный. Синий. Охренеть. У вас дырочка. Вау! You have birthday parties for your statues too? What? Что за вибрейшн? That handle inside the statue's mouth. Чёрт. Это не ручка. Это крутая такая штучка. В общем, да. В общем, да. Охренеть, сколько бабла. Офигеть. И чё? Блин. Distract Larflees while Hal steals a lantern. His greed makes him pretty unstable. Too much talking. Let's do this already. Give me Green Lantern. And you'll help us? No, I just want Green Lantern. Also, empty your pockets. There's nothing in my pockets. Then, give me your clothes. I know you don't want to trade with me. You're thieves. Thieves, all of you! So much for trying to reason with Agent Orange. Now what? You're asking us? Constance,
Get them out of my temple! They come to steal my shinies! Так, это что такое? Marfleece, please! This fighting is meaningless! You're meaningless! Are you touching my stuff over there? Stop touching my stuff! Чего он творит? Я вообще не понимаю. Да. Так. Блин, дебила, кусок. Что ты творишь, дебильный фонарь? Ой, дебил, стоит, Б надо нажать, он круг делает. Пиздец, блин, просто. Это вообще невнятная битва, я вообще не понимаю, что такое. Что происходит? Ни хрена все это. Не понял. Так, понятно. Где этот толстый черный плен? Ой, месиво из карликов дебилоидов, блин, сотворили. Пипец, блин. Что за ящик? Да, блин, дебила, кусок ты, а? Так он же бесит этот фонарь, блин. Своим кругом, блин. Нет тебе никаких бомбом шайни. Фуайт, я офигею, блин. You can't beat me. The orange light defeats. Оранжевое дерьмо сильнее, я понял. Чего происходит? Чего? Блин, это вообще упоротость какая-то. Пипец. Просто пипец. Чё происходит? Нахрена? Так, вон что происходит, блин. Отпустили боевую. Дебилизм.
сейчас зеленая звездочка поможет. Here you go, Larfleas. A present from the Green Lantern Corps. What's happening? What have you done? Извращенный мозг создателей игры поднес мозг. Поймешь, эти рожи маленькие, крутятся одна в эту, в другой, блин, и все. Забирай этого зеленого ублюдка. Доел. Наконец-то мы это прошли. Спасибо за просмотр. С вами был Дарк. До новых встреч. Пока-пока.